Надя говорит, я сейчас буду петь громко, мимо нот тебе наука. Я говорю, пой. Песня шикарная, пой, пожалуйста. Нам было так хорошо. Руслан, низкий поклон. Дальше на сцену выехал конь на больших колесах. Это я очень аккуратно сказал сейчас про Сергея. И, конечно, Сергей, у вас такая глубина. Здесь нечего спорить, не с чем спорить. Но у меня очень, как у музыканта, приятное ощущение, потому что этот номер состоялся, и вы оба достойные. Конечно же, за Сергея. Сергей.